Время X на информационном канале Севастополя. Крымский военно-исторический фестиваль в Севастополе на Федюкиных высотах пройдет 15 и 16 сентября рядом с поселком Первомайка в Балаклавском районе. Как и в прошлые годы, местность будет разбита на площадки, посвященные разным эпохам и народам, которые оставили след в истории Крыма. Подробнее расскажет гость студии Алексей Овчаренко, координатор военно-исторического фестиваля на Федюкиных высотах. Здравствуйте, Алексей Александрович. В этом году будет проходить 4-й фестиваль. Чем он будет принципиально отличаться от предыдущих? Что будет там интересного? Ну, на самом деле, 4-й фестиваль серии будет первым фестивалем, куда приедут иностранцы. Уже сейчас некоторые из них приземлились в Москве и едут сюда на автобусе. Санкции не пугают любителей истории? Любителей истории санкции не пугают, так как они как раз занимаются изучением истории, знают, что санкции приходят и уходят, а интересные исторические события, они остаются. Поэтому ребята из Болгарии, из Чехии, из Англии уже едут сюда. Это вот одно из таких ключевых отличий этого фестиваля. Ну и, пожалуй, второе, то, о чем стоит сказать, это то, что в этом году основная тема фестиваля – это дети, дети в истории, в исторической реконструкции. Ну, я думаю, об этом подробнее можно поговорить. Да, обязательно. А какие основные исторические периоды, да? Вот мы сказали, что будут разделены на площадки, и можно будет погрузиться в разные эпохи одновременно, да? Вот здесь ты побывал в одной эпохе, прошел несколько шагов. Уже на самом деле у нас традиционно на Крымском военно-историческом фестивале присутствуют все эпохи, которые так или иначе оставили свой след в истории Крыма и Севастополя, начиная с древней времен, с времен скифов, греков и заканчивая Великой Отечественной войной. Даже чуть дальше мы заходим, до периода 80-х годов 20 века. Ну и, в общем-то, все значимые моменты эпохи мы стараемся так или иначе показать на фестивале. То есть период 15 века, время, когда было княжество Феодора, когда генуэзцы присутствовали в Крыму, будет показано на площадке Лока Чимбали. Период Древней Руси, византийский период, крещение Руси будет показан ребятами, которые занимаются эпохой викингов, древним русским, реконструкцией Древней Руси. Великая Отечественная война, естественно, одна из самых массовых. Крымская Первая, Вторая мировая. Крымская война на площадке, да. Гражданская война, не совсем Первая мировая, а именно Гражданская война. То, что было именно в Крыму. Да, то, что было в Крыму чуть позднее. Античность в этом году будет не только представлена римлянами, но и скифами и греками. Впервые мы проведем маневры. В общем, я надеюсь, что, как всегда, традиционно количество площадок будет большое, можно будет походить, посмотреть. А холодная война времен СССР и США каким образом? Ну, на самом деле, это такое достаточно мощное движение в Севастополе и в Крыму. Ребята занимаются страйкболом и устраивают различные тактики. Мы проведем отдельную тактику закрытую в закрытые дни фестиваля, а 15-16 можно будет посмотреть непосредственно отдельную площадку, где будут представлены войны и наши времен конца 90-х годов, даже 2000-х, то есть современное вооружение, потому что, ну, в общем-то, это интересно людям, приходят и интересуются. Поэтому как раз основная такая отличительная особенность Крымского фестиваля — это в том, что у человека есть возможность посмотреть ретроспективно на всю историю Крыма, Севастополя и в какой-то степени даже человечества от древнейших времен до наших дней. Вы сказали, что в центре внимания будут дети, да, как в сюжетах, так и в принципе у вас в этом году даже отдельная площадка будет для детей. Да, ну в прошлом это году... Это семейный отдых, в общем-то, да, кроме реконструкторов. В прошлом году у нас было виноделие основной темой, и на каждой площадке делали вино. В этом году мы решили, что основной темой будет дети, дети в истории, дети в реконструкции, поэтому кроме большой отдельной детской площадки, где будет возможность отдохнуть, к нам приезжает порядка 60% гостей, это люди с семьями, с детьми. Будут на каждой исторической площадке, небольшие или достаточно большие, в зависимости от того, кто как что организует, активности для детей. В частности, если вы приходите на площадку 15 века, молодые строители могут попробовать себя в качестве зодчих 15 века, попробовать построить дом 15 века, который станет потом таверной. В античности это будут, в общем-то, тоже военные какие-то соревнования, военные упражнения со взрослыми легионерами, станут в строй и маленькие легионеры. Будут проводиться какие-то мастер-классы, да, каким-то элементарным движением? На самом деле мастер-классы — это неотъемлемая часть этого фестиваля. На каждой площадке для детей в том числе, проводятся мастер-классы. Здесь важно не только, что будут проводиться мастер-классы, а важно то, что едут и дети реконструкторов, которые будут в костюмах, и наша задача, чтобы они смешались с современными, ну, то есть с детьми современными, с детьми гостей, и устраивали досуг себе сами. То есть не столько, чтобы кто-то развлекал детей, а чтобы дети развлекали себя сами. Наша задача — создать вот эту среду историческую на всех площадках, внутри которой дети будут, в общем-то, сами получать
то удовольствие, которое они себе определят. Поэтому здесь это не столько и не про ту историю, что вот есть взрослые, есть дети, и взрослые делают что-то для детей. А здесь речь про то, что мы создаем на каждой площадке, будь то античность или Крымская война, небольшую локацию, внутрь которой дети сами приходят, начинают играть, как взаимодействовать. В повседневной жизни, да, которая состоит из взрослых и из детей. Совершенно верно, да. И каким-то образом это все взаимодействует только еще в временных каких-то отрезках исторических. Да. Каждый фестиваль заканчивается реконструкцией какого-то сражения, битвы, Великой Отечественной войны. В этом году? Да, в этом году 16 сентября у нас завершение фестиваля. В субботу закончится достаточно крупной реконструкцией. Пожалуй, в 16 году много было реконструкторов на Великую Отечественную войну. В этом будет еще больше. Мы даже вынуждены были закрыть заявки, потому что заявилось под 400 человек. В прошлом году было 300. И поле боя уже не вмещает людей. Федюхины высоты не могут. Но там дело не в Федюхине. Все-таки это вопрос безопасности. Всегда Великая Отечественная война — это пиротехника, это взрывы, это выстрелы. Поэтому это вопрос ограждения. Там может просто фан-барьеров не хватить. Мы разыграем эпизод освобождения Севастополя, освобождения Крыма, когда, в общем-то, немцы уже отходили, и в этом году будет больше драматургии. Мы отдельно проработали такой сценарий с и трагической ноткой, и с торжественной, поэтому конкретно, как все это будет выглядеть, я вам подробно рассказывать не буду. Лучше пусть конечно, все придут, посмотрят. Ну, конечно, сохраним интригу. Вы мне скажите, вы сами пишете сценарий, участвуете в написании? Вы реконструктор в душе, как бы в реальной жизни? Ну, насколько вам это все близко? Я стараюсь сам лично задавать в большей степени векторы. Мы очень активно работаем с ребятами местными, с севастопольцами, с крымчанами. Мне вообще кажется, что, в принципе, вот эту вот творческую часть нужно оставлять именно за энтузиастами, за теми, кто этим горит. Поэтому у нас разработкой сценария по Великой Отечественной войне, например, занимаются два человека. Один из Симферополя, один из Севастополя. Соответственно, один отвечает за Красную армию, другой отвечает за войска немцев. И многие площадки, да, в общем, если не соврать, по-моему, из всех площадок, 90% площадок, так или иначе, курируют ребята из Севастополя или из Крыма. И сейчас, что хорошо, практически все реконструкторы крымские съезжаются на этот фестиваль. Это помимо тех ребят, о которых я уже говорил, которые едут из Питера, из Москвы. Ну, международные. Да, иностранцы, да. То есть это какой-то такой, действительно, почему он называется крымским, хотя проходит в Севастополе, потому что собирает, в общем-то, по большому счету, реконструкторов всего Крыма. Ну и в преддверии фестиваля 12 сентября пройдет исторический квест. Что это за мероприятие, кто да. его проводит? Мы традиционно, выходим в город перед фестивалем. Это раньше это были танцы в ракушке, какие-то променады в исторических костюмах. В этом году мы сделали ставку на то, чтобы активно вовлечь жителей города в какие-то исторические активности, и чтобы они заодно поизучали историю. Поэтому придумали квест. По городу будут расставлены, скажем так, исторические персонажи в разных местах, важных с исторической точки зрения для города. Любой человек сможет в этом квесте поучаствовать, пройти, ответить на вопросы, поговорить, пообщаться с этими персонажами, ну и в конце концов получить приз. И там, по-моему, целое, насколько я знаю, несколько призов. И, в общем-то, почему в преддверии? Ну, потому что такой способ узнать о том, что произойдет на фестивале, какие будут площадки. Ну, вы привлекаете площадки. В том числе да, и зрителей, и людей. Да. Хотя, в общем-то, никогда у нас не было проблем со зрителями. Всегда ну, тем не менее, напомни, типа, что да, какого просто, числа чтобы, и что да, это будет. Хорошо, ну, 15-16 фестиваль пройдет, да, и тем не менее, Федюхины высоты все равно остаются в центре внимания. Разрабатывается проект парка Федюхиных высот. Что он будет себя представлять и чем он будет принципиально отличаться от подобных себе исторических парков? Ну, во-первых, начну с конца. Так, чтобы сказать, подобных парков их еще нет, потому что даже если мы берем иностранные аналоги, то таких их очень мало. Во Франции есть такой парк, один есть такой в Америке, тематические исторические парки. Но так как в Крыму очень большое количество исторических периодов и много кто оставил свой культурный след здесь, то парк, на котором будет много площадок, эти площадки, которые сейчас на фестивале представлены в виде отдельных локаций.
Часть из них будет сохранена с декорациями, так как это строится все так называемыми аутентичными методами в соответствии с историческими технологиями. И потом она будет заселяться ребятами, вот этими любителями истории, и будет возможность посещать... В каком смысле заселяться? Ну, некоторые будут там жить в костюмах. В этом и есть это принцип живой истории, как раз достраивать эти площадки в течение года. Я надеюсь, что уже с 2018 года можно будет парк посещать постоянно. То есть если раньше Федюхины высоты ассоциировались только с Крымским военно-историческим фестивалем, который проходил в конце сентября, то я надеюсь, что уже с апреля 2018 года будет возможность приезжать на мероприятия на постоянной основе, возвращаться в парк. Ведь будет ради чего возвращаться. Фактически один раз приехав в этом году, может быть, приехать в следующем году и увидеть уже измененные площадки. Но этот проект признан приоритетным для Севастополя, да? То есть, значит, вас поддерживают, наверняка у вас не возникает сложностей и на плане... Сложности возникают всегда, вне зависимости от того, поддерживают тебя или нет. Но, тем не менее, приоритетный. Но надо сказать, что вообще правительство Севастополя отдает себе отчет на то, насколько важен этот проект и действительно помогает. И, например, там, к Крымскому фестивалю нам сделали дорогу, то, о чем очень долго говорили и местные жители, и мы. Фактически до фестиваля сейчас проложена дорога, будет возможность без пыли доехать, припарковаться в комфортном, удобном месте для маломобильных групп граждан. Понятно, это большое облегчение. Кроме того, глобально проект не только фестиваля, но и парка, как вы правильно заметили, признан проектом общегородского значения. Это значит, что мы будем активно взаимодействовать с городом во время строительства этого парка, реализации этого проекта, потому что, в конце концов, именно такие проекты привлекают в город туриста, с одной стороны, но, с другой стороны, и наличие таких вот современных форм музейной деятельности, оно, в общем-то, и саму атмосферу в городе меняет, и люди становятся более счастливыми. Тут недавно вот вышло исследование, очень массивное, на порядка 200 страниц, британские ученые, как это принято, провели исследование, насколько музеи делают жизнь людей лучше и насколько люди становятся более счастливыми. И оказалось, что влияние музеев очень большое. Особенно, если люди активно вовлекаются в этот процесс. Не просто приходят посмотреть, что происходит, но и когда у людей возникает элемент сотворчества. Поэтому для себя в этом году и как дальнейшую цель для парка мы сделали вот этот вектор, чтобы севастопольцы, туристы участвовали совместно с нами в создании парка. И выходили оттуда немножко счастливее, чем заходили. Да, и долгое время были с счастливыми воспоминаниями. Ну, можно даже, я думаю, не проводить ни опрос, ни анкетирование. И тем не менее мы проведем. Да? Да, потому что нам... кто приходит, он уже ожидает каких-то впечатлений. Это правда. Очень, ну, расскажите, это пожалуйста. Очень с хорошими воспоминаниями люди возвращаются, и приятно читать, там, проходит 3-4 месяца после фестиваля, люди и пишут, взрослых, и у детей, вспоминают, и выкладывают люди, которые занимаются реконструкцией, которые просто посмотреть. Да, совершенно верно. Выкладывают фотографии в соцсетях, там, через полгода говорят, что вот мы разбираем наши летние фотографии и вспомнили, как классно было на Крымском фестивале. Это, естественно, лучшая благодарность для организатора. Это то, что нас заставляет двигаться дальше и дальше реализовать и фестиваль, и в дальнейшем парк. Поэтому анкетирование мы сделаем. Нам очень важно понимать вот эту обратную связь. Кто к нам приезжает, почему, чего бы хотели люди. Поэтому я призываю не только прийти 15-16 сентября на Крымский фестиваль, не только посмотреть вот эти вот все исторические площадки, но и написать нам ваше мнение. Оно нам действительно важно. Хорошо, ну вот военно-исторический фестиваль, это все-таки фейерверк, да, 2 дня, он прогремел, да. Праздник. Сам парк — это уже что-то такое постоянное, более степенное. Планируете ли вы взаимодействовать как-то с городскими организациями, школами, патриотическими? Угу. Или это будет сам по себе какой-то локальный акт, куда можно будет погрузиться и оттуда... Невозможно не взаимодействовать с теми людьми, которые... Ну, у вас же там другие эпохи, поэтому я спрашиваю. Ну, во-первых, у нас и здесь, почему у нас и Великая Отечественная война, и эпох у нас много, и мы уже сейчас активно взаимодействуем со многими людьми. Пока что это в первую очередь взаимодействие с научным сообществом, с теми экспертами, которые нам помогают разрабатывать концепции площадок, с реконструкторами, но уже со следующего года это будет взаимодействие и в широкой сфере. Мы сейчас планируем, вот буквально сегодня утром обсуждали с ребятами после фестиваля открывать Севастопольский клуб любителей истории, куда
который будет функционировать в городе, да, потому что многие люди, сходив на фестиваль, настолько проникаются вот этим духом, желанием узнать больше, что они хотят идти дальше. Грех им, да, не дать этой возможности, не дать возможности пообщаться. Ну и про уроки живой истории, это уже есть формат, он у нас отработанный, и мы как раз хотим продолжать ходить по школам и, в общем-то, рассказывать в костюмах о том, как это было и школьникам, а рядом с нашим офисом и Севастопольский университет, поэтому и студентов тоже, я думаю. Площадка на Федюкиных высотах, она предполагает такой ретроспективный взгляд на разные эпохи. А если все-таки небольшой перспективный взгляд, да, 2018 год, что смогут увидеть севастопольцы и гости вот на той площадке, где 15-16 пройдет фестиваль? Ну, на самом деле, в 2018 году, уже весной, я надеюсь, что мы откроем одну из лучших детских площадок в России, которая будет связана с исторической тематикой. И сейчас мы разрабатываем концепцию, где как раз будет развиваться тема этого фестиваля про детей, про детство. И эта площадка будет функционировать на постоянной основе. То есть какой-то такой центр притяжения, куда можно приехать с детьми, самим отдохнуть, посидеть, а дети при этом будут играть и будут играть осмысленно с пониманием ответственности. Вот наша цель на 2018 год. Кроме того, несколько других площадок, я надеюсь, откроются в течение лета. Это и площадка античности, и площадка Крымской войны будет доделана. Но они будут постоянно видоизменяться, и в этом, на самом деле, фишка парка и весь основной интерес. В том, что вы приедете в апреле месяце. Это не просто что-то замерзшее, совершенно верно. Живой организм. Не то, что построили и забыли, да. Дальше оно работает, люди приезжают и не возвращаются. Как раз наоборот, приехав в апреле месяце 2018 года и приехав в апреле месяце 2019 года, вы увидите два совершенно разных парка. Спасибо вам огромное. Я напоминаю телезрителям, что Алексей Овчаренко, координатор военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах, пригласил вас посетить Крымский военно-исторический фестиваль, который пройдет 15-16 сентября рядом с поселком Первомайка в Балаклавском районе. Я же с вами не прощаюсь. До встречи на информационном канале Севастополя в программе «Время X».